такая тема интересная. А ты сама о чем мечтаешь? Можешь признаться вот для нас? Предлагайте, что вперед, чтобы тебя взяли. Я на данный момент моя самая сокровенная мечта, даже которую мечтали, наверное, каждый год мечтали, выиграть Евровидение. Это очень большая мечта. И мне очень хорошо. Кое-что узнала. Знаешь ли ты, что у некоторых ребят, которые будут принимать участие в Евровидении, мне очень уже понравилось? Знаю. А мы знаем, Даяна. Мы знаем, а что будем с этим делать? Я очень хочу со всеми подружиться, мы, конечно же, все подружимся. И у нас еще так много времени до субботы. Однозначно, не стоит его терять, особенно у нас сейчас есть возможность наполнить о номере, на котором Россия выступает. Россия будет выступать по номеру 13, мне кажется, это очень важно.